Hello, друзья, с вами Севпро, и сегодня покажу автоматическое надевание брони в Майнкрафте Pocket Edition. Что ж, для этого вам, во-первых, понадобится построить такую функцию, после чего вы просто-напросто встаете вот на эту плиту, и на вас надевает автоматически броню. Вот сейчас, так, на меня неправильно надели броню. А, да, я и забыл вам, достройте механизм. Ну, давайте сейчас все выложим, и заново мы все построим. Так, ложим вниз. Ну что ж, что же ли вам для этого понадобится? Вам для этого понадобится построить такую конструкцию, под низом провести редстоун примерно 5 блоков, да, стоять редстоун, и после чего сделать вот такой еще редстоун. Ну, сейчас вы все можете наблюдать на видео, и объяснять нечего, вы просто смотрите и делаете так же, как на видео. После чего на приседе ставите 2 блока от раздатчика, да, и с этой стороны стоит. Так, подождите. Вот, и сюда тоже так же делаете. После чего проводите редстоун так же, как и я на видео, вот так. И подключаете ко второму раздатчику. И на второй стороне делаете то же самое. Ну и после чего вы можете спокойно встать на плиту. Ну или сначала можете все это дело приукрасить. То есть все редстоун схемы закрыть. Да, это возможно. И у вас может получиться довольно красиво. Особенно будет красиво выглядеть на какой-нибудь базе. Так, все закрываем. Закрываем. Ну, уже получается, как видите, довольно неплохо. Ну, можно закрыть и сам раздатчик, да, будет тоже неплохо. Ну, и просто встаем на плиту, и аллилуйя, на нас одели всю нашу броню. То есть, целый комплект брони надет на нас. Вот такой прикольный механизм. Надеюсь, вам понравился. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.